Вы сегодня находитесь в выставочном пространстве, которое мы фактически презентуем, открываем сегодня. Его еще 3 дня назад не было, но вот теперь это есть, и нам очень приятно, и мы как бы специально так и задумывали, открыть его именно выставкой «Без границ. Художники Донбасса». Сложный проект, который создавался не только нашими руками. Это проект, который мы делали вместе с медиапроектом «Арт-патруль». Может быть, кто-то знает его. Да, это Юра Мельченко, который сам галерист и занимается тоже популяризацией искусства. Вот мы вместе сделали конкурс для художников из 180 заявок. Вот работы, которые оказались победителями. Все... Работа, которую вы здесь видите, их авторы, это люди, которые большинство проживает и сейчас на территории Донбасса, либо там провели свою юность, детство и уехали совсем недавно, многие из них в эвакуации сейчас находятся. Все эти работы написаны людьми, которые глубоко связаны с историей этих земель и с новейшей их историей тоже. Для нас самым важным было этой выставкой показать не журналистский взгляд, не новостные сводки, а прямой взгляд человека, который провел там время. Самому младшему участнику нашей выставки 17 лет, самому старшему 40 с лишним. То есть для некоторых людей там последние там, 8-10 лет — это большая часть жизни, для некоторых это лишь часть. И их взгляд, он очень разный. Что-то по-детски наивное, трогательное. Что-то очень тяжелое и неподготовленного зрителя может испугать. Но все это честное высказывание, лишенное, наверное, какой-то линзы, которую обычно представляют из себя новостной канал, журналистская камера. Ни в коем случае не в укор журналистам, они делают свою работу, но художники делают свою. И это, по-моему, очень важно обратить внимание на взгляд людей, которые, несмотря на все происходящее, некоторые из этих художников, они там и сейчас живут в Донецке, они живут в Мариуполе, они живут, и они знают, что такое там просыпаться с бомбежкой по ночам. При этом все эти люди все равно не отринули свою любовь к искусству, не отказались от этого способа говорить со зрителем и продолжают это делать, несмотря ни на что. Можно по-разному относиться к происходящему, но в любом случае, на мой взгляд, это подход, который заслуживает уважения. Это голос человека. У нас есть возможность пребывать в диалоге через эту выставку с людьми, которые ее составляют. Нам очень приятно, что сегодня мы встречаем выставку, неординарную, неоднозначную, выставку глубокую, одновременно сложную, душевную. Вы правильно сказали, через эти произведения мы можем взглянуть в глаза этой боли, этому несчастью, этой сложной на самом деле ситуации, в которой находится наш народ. И еще раз понять, что творчество, красота спасет обязательно мир. Победа однозначно будет за нами. И мы, надеюсь, еще не раз, я уверена, мы еще не раз увидим эти лучшие произведения, творческие работы наших собратьев, наших близких людей, которые там сейчас находятся. И тем более это такой мостик, вот это творчество, это мостик, соединяющий их и нас. Поэтому мне приятно вас приветствовать. Я надеюсь, это начало такого плотного, хорошего содружества и творческих проектов, которые мы еще совместно реализуем. И наши двери нашего региона всегда открыты для новых свершений совместных с Тавридой. Спасибо.
Первый блок — это станция Донбасс. То есть для нас что такое Донбасс? Это какая-то большая территория, место столкновения интересов. Мы условно знаем какие-то крупные города, потому что мы слышим эти названия в сводках, но по сути мы не сильно знакомы с, как бы, с географией этой локации. То есть для нас, для большинства, конечно, не для всех, но для большинства это некая такая территория, на которой происходят драматические события и которая в целом для нас обозначена каким-то словом. И вот, например, этот автор, да, Ирина, она так и назвала свою работу «Станция Донбасс». Это какая-то входная точка в экспозицию, да? Вот мы начинаем с этой истории о том, как человек-художник, в принципе, воспринимает для себя это пространство. Это перрон. Девочка на перроне — это некое такое условное воплощение самой, ну, самого автора. Она много раз, как и многие жители этих земель, она много раз собирала чемоданы, приезжала на перрон и возвращалась назад. Потому что часто там возникает, там, срочно всех эвакуируем, ой, нет, не эвакуируем, срочно надо уезжать, не уезжать. И вот это вот пограничное состояние между уехать или остаться, оно очень травматично для людей. И для нее это образ ребенка. Многие дети сидят и ожидают, ну, какого-то уехать, не уехать, да, пока взрослые заняты взрослыми разговорами, они сидят и мечтают, и для нее вот эта девочка, которая мечтает, может быть, о своем папе, да, который военный, он, видимо, летает, но в ее детском сознании это какой-то бумажный самолетик, и они все подвешены в каком-то, да, непонятном пространстве, у которого нет ни начала и ни конца. И, по сути, это то восприятие всей территории, которая, ну вот, такая же подвешенная, и люди там, как эти девочки, как бы потеряны. И они вспоминают, каким был их край, потому что, я не знаю, знаете вы или нет, но, например, я узнала, что Донецк называли город миллиона роз в свое время, потому что в Донецке огромное количество роз. И вот, например, да, это в некотором смысле такое вот восприятие автора, да, той территории, в которой они жили. И здесь мы видим уже девочку, которая находится в совсем других условиях, и для которой вот это скорее воспоминание, некое идеализированное прошлое. Очень значимым элементом региона для всех живущих в нем является промышленность. Я думаю, ну, ни для кого не секрет, это город металлургов, это город добытчиков. И, собственно, вот здесь это Титан, Алчевский металлургический комбинат. Но сознание автора, он перестает быть как бы реальным, да, и он некоторая такая идеализированная форма, то есть он полумифический, какой-то таинственный, как будто бы мультяшный немножко, такой не совсем реальный. И это потому, что для нее это не просто завод, а это образ, образ региона. И вот сама художница говорит о следующем, что пейзаж написан по мотивам архитектуры одного из наиболее крупных промышленных предприятий. Этот комбинат — гордость региона, свидетель его истории, олицетворение коллективного подвига рабочих, которые трудились во имя будущего. Пока работают предприятия, Донбасс будет жить. То есть для нее это Титан, ну все мы знаем Титан, да, Титан — тот, кто держит небо. И для нее Титан — это этот завод Титан, который держит этот регион. Работа Васильева, это ту, которую, я думаю, вы все знаете, потому что она у нас вынесена вперед. И не случайно эта работа называется «Столкновение интересов». И если мы говорим про регион, если, ну, все максимально упростить, да, с какой-то точки зрения, какой-то, скажем, политической, мы можем сказать, что это точка столкновения интересов. Да, кого-то с кем-то. Не разделяя, кто прав, там, кто виноват. Но для художницы это критично, потому что она является жителем, как бы, города, который встречает эти события. Здесь такая интересная живопись, что-то такое горящее красное, мы не совсем понимаем. Это огонь, это взрыв, город горит, или это просто осень. Это напряженное мрачное небо, или это потрясающий красный закат. Ну а над всем этим... Это роза. Я первый раз, когда увидела, подумала, что это, когда мы отсматривали эти работы, я подумала, что это бумага. Да, то есть сжатая бумага, она легко горит, она хрупкая. И я одно ассоциировала, когда я видела, естественно, на фотографиях, потому что эти работы мы выбирали по фотографиям авторов и потом их собирали. Я потом увидела, что это роза, и подумала, что это очень интересный дуализм образа. То есть, с одной стороны, это роза, да, что-то нежное, мягкое, тоже уязвимое, да, как бумага, уязвимое и горючее.
А когда я прочитала то, что пишет автор, она говорит здесь скорее о куполе, о том, что для нее этот символ города, да, миллиона роз, это некий возвышающийся над всем символ, который как бы хранит город. То есть то, что я восприняла символом хрупкости, на самом деле для художника является символом силы. Вот. Это к вопросу, вот то, что я говорила, да, подход наш со стороны, где мы все воспринимаем очень драматичным, очень тяжелым. Для людей, которые живут внутри, ну, они из гораздо более крепкого материала, как оказывается. И в том числе они обращаются к очень таким тяжелым темам визуально. Собственно, здесь вы видите три работы, они тяжелые достаточно. Ну, тут этого будет много. Но вот это, как бы, нам, наверное, более понятный образ. Это работа Андреевой. Это называется «Уехать нельзя остаться», а это одиночество. Это то, каким... Это реальные рисунки, ну, живопись из ее города, из Донецка. Это дом ее друга, в который попал снаряд. Она пришла и написала то, что осталось. Естественно, люди оттуда уехали. Да, вот эти руины чьей-то жизни, они вот выглядят вот так. И одиночество — это то, как ощущают себя люди, которые, вот, как я и говорила, да, которые вынуждены постоянно куда-то уезжать, да, иногда возвращаться назад. И вот это ощущение, когда ты не можешь... Не уехать, не остаться, и твой дом уже не твой, и, наверное, твой дом будет где-то в другом месте. А с другой стороны, бросить все, в чем ты жил, ну, тяжело и горько. И многие здесь художники говорят об этом ощущении тревоги, которое у них порождает вот это подвешенное странное состояние. Эта работа, ее тоже, ее многие замечают, она сильно мрачная, многие говорят, там, странно, она темная, она... там какая-то негативная, но и причем это даже мои коллеги говорили мне. Эта девочка, она приезжала к нам на арт-школу современного искусства. Молодая совсем девочка. То есть эту работу я вот одну из немногих видела в реальности, когда я ее брала на выставку. И она назвала эту работу «Область». И да, то есть это достаточно, ну, мрачный образ, какая-то такая искаженная фигура, эти огромные конечности, такие какие-то тревожные, вся фигура, вот эта тьма, которая на нее наползает. И при этом сам автор, когда она говорит об этой работе, она говорит, да, может казаться, что она падает, но почему вы думаете, что она не встает? Для нее вот эти длинные конечности тревожные, они являются как бы образом корней. Она упирается ими в землю, и это дает ей силу. То есть, да, со стороны людям кажется, что это что-то очень тяжелое, а для самого автора это имеет гораздо больше трактовок. Хотя, да, образ такой достаточно мрачный, изможденная женщина. Далее, наверное, с этой работы мы с вами перейдем к той части, которая, мне кажется, наиболее богатой, потому что это некая метафора. Очень многие художники говорят о произошедших событиях метафорами. Вот это, например, с горшками. Да, это горшки с молоком. Суть в том, что когда автор ее придумала, она говорила о хрупкой жизни, хрупкой, как глиняный горшок, а все мы знаем, что они очень легко бьются. Вот. А молоко — это как, ну, как бы, это как жизнь, которая наполняет этот сосуд. Да? Мы все знаем, что молоко — это... Ну, это вообще это признак материнства, субстанция, которая питает человека и любое живое, ну, млекопитающее существо. Вот для нее символ жизни — это горшки, которые стоят плотно, и, я думаю, есть ощущение хрупкости, да, потому что, как правило, мы знаем, что если что-то попадает, да, все начинает это падать и биться, то есть, ну, связь такая между этими жизнями. У того же автора, это вообще из Луганска художница, нет, вру, простите, из Донецка, из Луганска, другая художница. Она училась в Академии имени Матусовского в Луганске. И у нее вот несколько здесь работ. Это вот одна из таких тоже известных ее работ «Всадник». К вопросу о метафорах, конечно же, когда мы на него глядим в окружении грифов, мы так плюс-минус понимаем, что это какой-то дух. Бог, темный бог, потому что, понятное дело, ни одно живое существо верхом на грифе сидеть не может. Его маска, художница побывала в Африке и увидела ритуальные маски. В этих ритуальных масках голова сверху — это голова убитого врага в бою. То есть таким образом шаман или воин, или вождь порабощает силу врага. Вот. То есть здесь вот этот сумрачный такой образ — это вот некий бог войны, некий всадник, который, ну, очевидно, ну, не несет в себе доброго начала. Для нее это тоже один из образов, который она выбирает для того, чтобы описывать войну.
Пусть даже через такие, ну, не близкие нашим широтам образы, как какие-то африканские духи, грифы. Тоже ее работа. Там, где гнездится сирен, все мы знаем, что сирен, да, это волшебная птица. Такой какой-то сумрак, да, тень, топь. Такое тоже еще одно такой тревожный образ чего-то, через что нужно продираться. А вот как альтернатива Катя Галича, вот она, луганская художница, другое восприятие, она совсем по-другому говорит об этом, потому что, ну вот здесь видно, да, мыши, и вот эти маленькие домики, у нее целая серия работ. А мыши для нее — это мирные жители. То есть какие-то маленькие, беззащитные, дружелюбные, неопасные создания. И она очень часто посвящает свои работы именно вот этим мышам, каким-то кротам. Она иллюстрацией увлекается. Это видно, на самом деле, в том, как она работает. Да, очень-очень тонкая работа. Прям видно, что иллюстратор. И в какой-то момент она ввела в свои работы вот этот образ. Он, ну, просто у нас здесь он на одной работе, так у нее больше есть работ с волчком. То есть она вводит в волчка. Ну, волчок, который из бочок, как известно, укусит, здесь, конечно, является образом угрозы. Что интересно, если мы говорим вообще про мифы, да, мы уже здесь начали разговор о мифах. Кто смотрел Marvel, конечно, да, фильмы, все знают, что есть, по крайней мере, в культурах наших, ну, которые, с которыми мы соприкасаемся, есть как минимум один апокалиптический волчок. Вот, это Фенрир, который поглощает, ну, как бы, который, ну, по мифу, он поглощает мир, и в конце концов он его уничтожит, там, заглотит солнце, и, в общем, настанет апокалипсис. И вот этот вот волчок огромный, который вылезает и тянет свою лапу вот сюда, к этим домикам, которые еще как бы туда падают, к нему здесь все красное, огонь это или что это, да, но в любом случае мы видим вот это вот напряжение, которого, ну, здесь, да, мы не считываем. То есть вот обычная мирная жизнь, а вот некий враг, эта работа еще называется «За бугром». Вот, я думаю, примерно понятно, что эта работа, конечно, таким детским языком говорит о войне. Туда же к сказкам, вот это трогательная очень работа. Некоторые не понимают, что она здесь делает. Суть в том, что Лена Мищенко, она живет в Донецке, и у них часто отключали свет, ну вообще все это время. У нее есть младшая сестра, совсем маленькая, которая боялась темноты. И она, чтобы сестра не боялась, начала придумывать и сочинять для нее сказки. И когда отключали свет, она рассказывала ей сказки, а потом стала рисовать к ним иллюстрации. То есть мы не знаем самого сюжета. Но вот эта работа с таким Горынычем и молодильными яблочками, именно через эту историю здесь привязывается к тому, о чем мы здесь говорим. То есть, казалось бы, это просто иллюстрация к истории. Но если мы посмотрим на нее с точки зрения того, как она возникла, становится понятно, что, ну, по сути, это тоже еще один, ну, в данном случае, как бы артефакт. Не иносказание, но артефакт, который нам остается от этих событий. А Богдана Кацай, она по-другому интерпретирует. Вот у нее есть серия тоже работ, которые связаны с зимним садом. Казалось бы, такая, ну, очень нейтральная вещь, сделанная очень хорошо. Но для Богданы образ зимнего сада — это образ убежища. То есть, когда некуда бежать, она для себя придумала этот образ, который избавляет от тревог, то есть это некое место, в котором не может произойти ничего плохого. Да, это зимний сад, это красивое, это теплое, это необычное, причем она сознательно здесь вводит. Вот эти растения — это южные местные растения, то есть здесь какие-то пальмы, да, мы все мы знаем, но вот эти вот вьюнки и, да, вот эти листья — это то, что растет, ну, вот у нас на юге. И, то есть таким образом этот зимний сад не просто какая-то абстракция, а это вот, ну, как бы часть природы, среди которой она живет. Она живет за городом, в частном доме. Вот, и вот эти растения, они для нее вот такой связующий элемент между, как бы, тем, как она, ну, местом, в котором она живет, и неким вот этим убежищем, в которое, ну, о котором она говорит через свои работы. Виталий Копачев — это такая, ну, немножечко необычная работа во всем этом контексте. Вот с нее, наверное, начнется такой, там потом, да, речь про абстракцию, про всякие странные вещи будет. Суть в том, что Виталий Копачев — такая работа мэтра, взрослый человек. Он долгое время работал в Москве, он номинант премии Кандинского. И, собственно, вот здесь представлена его работа. Он родился в Луганске, учился в Донецке, потом много работал в Москве. И это скорее такой
некая дань, да, талантливому уроженцу земли, вот, который, ну, достаточно серьезных успехов достиг в искусстве. Вот она у нас тоже здесь представлена. Очень интересная серия. Аделина Шибанова, девочка, которая их сделала, она не художница, а очень молодой человек, 98-го года. Уже несколько лет учится в Ростове. Они с семьей в Ростов переехали, вот когда ей надо было учиться, они собрали вещи и уехали из родного города. Так же, как и Аделина со своими, ну, такими детскими немножко рисунками про мышей, да, у Аделины, у нее заяц. Чем интересна серия? Вот это первая работа из этой серии. С нее она потом начала развивать. Ну, у них нет сюжета, то есть здесь это не сюжетное изображение, это просто такая серия работ, где глядеться, увидеть интересные детали. Во-первых, у всех зайцев один глаз, при этом у их птицы, которая олицетворяет во всей этой серии их врага, который везде подсматривает, который вредит, который нападает, у нее множество глаз. Как мы знаем, глаз — это, ну, это вообще, ну, один из главных символов в человеческой культуре. Да, глаз — это зрение, глаз — это Бог, глаз — это знание. И она, причем, ну, совсем молодой человек, она не изучала, ну, не культуролог, ничего подобного, она вводит этот мотив, чтобы показать уязвимость зайцев, да, то есть что, ну, как бы, их ограниченность, потому что они маленькие, они беззащитные, и всесильность, и огромность вот этой птицы, которая вся в глазах, которая везде смотрит, которая все видит, которая из-за этого мы понимаем, что она, ну, она для них опасна, потому что она во много раз сильнее. И она вот через этот образ глаза, она показывает эту силу. То есть, да, за зайцами присматривают, она ходит и где-то топчется, она разрушает, вламывается в школу. Даже вот здесь, на этой работе, птицы нет, но вот она как бы край от нее, вот ее клюв уже здесь. Как бы вся история о зайцах. И среди вот этих работ, которые демонстрируют, то есть там, как они пытаются с ней бороться, есть одна работа, она вот в центре, которая посвящена не зайцам, а самой птице. Называется она «Отдых». И тут видно, что девушка была, да, ребенком еще какое-то время назад, когда сайт «Зайцев нет», ну, прям активно функционировал. Она вводит его как мотив, то есть это некий, ну, бункер или центр принятия решений, в котором сидит вот этот вот враг, который отдыхает, думает, как бы сделать так, чтобы зайцев нет, не было. Вот. Вокруг то ли коконы, то ли потоки крови, то ли бог знает что, что-то явно неприятное. Как один из наших знакомых сказал, и даже коврик у нее из зайцев. Это не высказывание автора. Да? Это единственная работа, которая акцентирует наше внимание именно на этом образе, ну, как некого такого, в каком-то смысле комического, да, вот этот доктор зло, который сидит и планирует. А с другой стороны, в контексте, ну, общей такой ироничности серии, при этом все равно понимаем, но, что автор говорит о достаточно серьезных вещах. Ну вот, это как бы вот здесь можно потом, если захотите, поподробнее ознакомиться. Мы продолжаем двигаться, да, через метафоры. Это работа того же автора, у которого там мы видели работу «Станция Донбасс». Здесь Ирина обращается к образу сирены. Вообще работа называется «Сирены». Понятное дело, что здесь мы говорим о двух сиренах. Ну, некоторые, я знаю, что есть люди, которым кажется, что похоже на Wi-Fi. Вот. Но речь, конечно, не о Wi-Fi, речь о звуке. Как мы знаем, сирены — это хтонического, полудемонического происхождения существа, которые призывали сладким пением путников, и они погибали в море. И мы знаем сирены, которые звучат, тревожные сирены, которые, как бы наоборот, по идее, разгоняют людей, да? Но они тоже обозначают опасность. И вот через этот образ художница совмещает сирен мифических и сирены, с которыми она живет уже очень много лет, вот в такую работу, где сирены, они, в общем, видно, да, они в современной достаточно одежде, то есть автор специально акцентирует наше внимание на этом, о том, что эти сирены, то есть для нее они сближаются как символ опасности, как сирены мифические, так и сирены в городе. Вот Елена Любимова, она, например, одна из самых взрослых художниц, 80-го года рождения, вот, и у нее, что интересно, вот этот вот «Врата», она эту работу трактует как, ну, некий переход. Ну, мы все знаем, ну, символика красного цвета, что красный — это цвет жизни, это цвет крови. Он, ну, как бы красный, да, красные врата — это некий символ и рождения, то есть через муки, мы все это знаем. И она использует вот эту богатую символику красного цвета,
для того, чтобы написать эти врата, которые прям буквально вот прямо накручены, мы прям ощущаем вот этот вот центр, да, какое-то движение, что для нее врата — это вот момент перехода через тяготы. Она мать, как бы для нее это не пустой звук, она знает, что такое это тяготы, да, прохождение, да, рождение новой жизни, и вот эту работу она связывает именно с рождением. Даша Трошкина вообще по-другому разговаривает о реальности своей. То есть она здесь говорит, называется «Почем весна?». Все мы знаем, символ весны — это, конечно, мимоза. Эти злые тревожные цветы у Булгакова. Вот она здесь как раз про мимозы, про то, что и сейчас это можно увидеть на улицах городов донбасских. Все мы знаем, да, когда мужчины покупают мимозы, конечно, это 8 марта. То есть вот для нее это образ какой-то как бы жизни, которая не прекращается. Алена Скиперская по-другому. То есть мы уже говорили, мифология, метафора, какой-то ужас через работу, спокойствие, какой-то кокон, избавление, да, то есть что-то такое, юмор. А это абстракция, то есть Алена, она тоже не художник, она занимается такой как бы цветотерапией. И, собственно, вот здесь это просто какое-то переживание, но вот так человек ощущал что-то. Работа называется «Лабиринт», и это в некотором роде интуитивная живопись, то есть она начинает писать и в какой-то момент сама понимает, когда заканчивать. У нее есть очень сложные такие накрученные работы. И вот здесь она писала, а потом попала в центр и подумала, что увидела там дверь. И сочла, что на этом стоит остановиться. То есть такая абстракция тоже есть в этой экспозиции. Вот эти две работы многих очень удивляют. Владислава, она учится, она занимается рисунком, и она приезжала к нам на Тавриду, когда мы первый раз открывали эту выставку, и я ее спросила про, что это за работа. Она меня очень удивила своим ответом. Дело в том, что оказалось, что ее молодой человек, он ополченец, он воюет, и для нее он Персей. То есть вот так вот просто человек выражает вот таким образом. Через этот образ она транслирует свое тоже какое-то восприятие, потому что это ее молодой человек, для нее как герой греческий. Рима уже достаточно давно живет в эвакуации. Она очень увлекается современным искусством, новейшими, какими-то самыми последними современными художниками. Одним из ее таких кумиров является Сайт Вомбли, и она вообще занимается интуитивной живописью в том числе. И вот эта работа «Выживание», у нее есть много работ, которые изображают животных морских, да, некоторые там попроще, некоторые посложнее. Вот эта работа очень понравилась нам, потому что эта работа называется «Медузы», и суть в том, что если дать медузам максимально комфортную среду для размножения, они будут множиться, пока не станут сами для себя токсичны. Неконтролируемая дубликация, которая в конце концов делает возможным проживание только этого вида на данной территории. И для нее это история, например, об инакомыслии. То есть, как ни странно, через такой образ, через образ медузы, да, мы обычно привыкли думать, что выживание и вообще выживаемость — это очень классная способность. Да? Мы говорим, это круто, выживальщики, да, мы все знаем этих людей. Вот. Но здесь она говорит о выживании совсем с другой точки зрения, о том, что иногда выживание превращается в доминирование, да, и в захват в какой-то. И вот эта работа, она как раз про это. А вот дальше мы переходим уже к разряду графики. В основном, как вы могли заметить, здесь живопись. Это вот графика, то есть у нас есть художники, которые работают с этим медиумом по-разному. Вот, вот эта работа, она, ее все, конечно же, замечают. Настя Лимаренко, она занимается дизайном, рекламой, и она, в общем, не планировала особо заниматься искусством, она тоже не художник, она не выставляется и себя так не позиционирует. Вот. А эта работа у нее родилась от того, что ее супруг, у нее трехлетняя дочка, и ее муж, он воюет, и она уже, получается, там 2 года спит с телефоном рядом, и вот это вот все у нее. Ей хотелось выразить свое ощущение, когда она увидела этот конкурс, она сделала эту работу. Вот подошла, конечно, к ней как графический редактор. И как мы можем видеть, это, конечно же, флаг. То есть это, да, вот эта история про черный, синий, красный, для нее где-то звездное небо и залитая земля. Она вот это все собрала и создала вот эту работу.
А вот Наташа Толоконникова наоборот. Она такой современный художник. Она выставляется в галерее у Бартенева здесь на Таганке в Москве. Она сама меня нашла. Она к нам присоединилась чуть позже уже осенью. Но бывает так, что мы еще художников приглашаем в проект, когда видим. Вот. И, собственно, вот ее две работы. Мне очень нравится вот эта вещь, да, натюрморт с гранатами. Ну, думаю, всем понятно. Вот эта ирония. К вопросу об иронии. Да, многие из них используют иронию, когда говорят о событиях, об этих. Ну и вот «Донецкие розы». Как мы уже говорили, Донецк — город миллиона роз. И она берет и вытягивает из этого вот эту историю про новостные сводки, про прекрасные подарки и про все прочее. То есть, но при этом все равно ну, она девочка с розами. Ну, это, как бы, я думаю, это автопортрет в каком-то смысле. Вот она донечанка. Вот. Эти две работы тоже были созданы на Тавриде. Сильно напрягают людей, когда они их видят первый раз. Почему мы их взяли вообще? Потому что, понятное дело, очень молодой художник. 19 лет ей в этом году. При этом у нее такие сильные визуальные образы, что когда я это увидела, то есть я, ну, не ожидала этого. Да? Так же, как история вот с этой девочкой, которая рисовала область, писала. Вот. Это такая же вот история про то, когда, ну, я увидела вдруг этот взгляд у очень молодого человека, очень тяжелый, то есть работа действительно тяжелый контекст. Ну, вообще, это часть большого проекта. Они собрались с девочками и сделали такую тотальную инсталляцию, то, что называется. То есть они сделали страхи под кроватью. Они сдвинули два шкафа, положили наверх матрас, какое-то постельное белье, и туда внутрь можно было зайти, и ты оказывался вместе под кроватью, то есть там, где у всех детей прячутся страхи. Но страхи там были не детские, а взрослые. И так сложилось, что ее мама не стала какое-то время назад, и при этом она затрагивала очень смело, там, в том числе там, тему родительства, достаточно тяжело. То есть, ну, человек сам проходил через вот это произошедшее. Я не знаю, как бы, в чем конкретно был контекст, да, там их отношений или что-то, но она при этом очень смело затрагивала очень сложные темы. То есть дочки матери, страх перед тем, чтобы не понравиться родителям, не оправдать ожиданий. Или отец, который там, тот человек, который боится чужого мнения. В общем, вот эти сильные образы, ну, просто как мастерство очень молодого художника, вот мы поставили в эту экспозицию тоже. Вот эти две работы, они, наверное, мои любимые, потому что они очень важные для меня. Валерий Демидов, он сам действующий военный. И вот такие миниатюрки, у него целый альбом. Маленький карандаш, маленькая эта штука. И он сидит, и когда есть такая возможность, сейчас он уже, насколько я знаю, находится на реабилитации. Вот. А так у него целый альбом есть этих миниатюр. И они все очень разные. Некоторые очень злые, панк-рокерские. Некоторые, ну, смешные какие-то. Он делает... Ну, он все отражает через вот эту миниатюру именно. И эту работу, когда он прислал, здесь надпись «Самая великая ценность мира — любовь и покой в сердце твоем». И когда мы, ну, как бы, когда мы увидели вот эту, ну, миниатюрку с этой надписью, мы, конечно, решили, что... Такое сообщение от человека с передовой обязательно должно находиться в этой экспозиции. То есть это уже не просто взгляд, ну, просто обывателя, а человека, который местный, который воевал, который вошел в прямое соприкосновение с войной. Это вот тоже его работа, она называется «Разочарование». Да, вот это про падение и про солнце. Вот, в общем, вот эти работы он прислал нам оттуда. Вот. Но это сделано на графическом редакторе, у него есть еще редактор, он тоже на нем рисует, а вот та ручная. Эта работа тоже графика Алферовой «Саудаде». «Саудаде» — это с испанского «тоска по ушедшему, неосуществимому». То есть, ну вот, да, какая-то очень, в каком-то смысле, близко русской тоске, наверное. Эта работа посвящена дому. И в центре ее находится, да, у меня болит дом. То есть, ну, мы видим, что это фигура, которая там, превращается в стену. Она, ну, на ней трещины, разломы. У меня болит дом. То есть, конечно, в каком-то смысле, наверное, эта работа, она финализирует всю тему. То есть, в принципе, все, что мы здесь видели, оно именно о том, что, ну, у людей болит дом, и они все справляются с этим по-разному.
и говорят об этом разным языком, но, конечно, мы не можем забывать, что сколько бы мы ни смотрели на там, мышей или на прикольных зайцев, сколько бы авторы ни иронизировали, конечно, контекст выставки очень понятен. И то сообщение, которое мы пытаемся передать зрителю, оно ну, в том числе посвящено попыткам сконцентрировать внимание на то, что есть не только, что у этого события есть не только политический контекст и не столько политический контекст, как бы нас ни пытались убеждать с обеих сторон. То есть очень часто, если вы следите, то есть я в свое время потратила, ну как бы до сих пор это делаю, я пытаюсь охватить полный информационный спектр. И очень часто я вижу, что и с той, и с другой стороны как бы и люди пытаются акцентировать внимание на политических интересах, да, каких-то там политических выгодах, там, кто кого, кому что написал, сказал. На самом деле это речь о том, что на этой территории живут люди, которые, ну, в общем, совсем, совсем по-другому это переживают, и у них болит дом. Как-то так. Спасибо большое.